Спасибо организаторам, особенно здесь заметно то, что президент страны Узбекистана выделяет огромное внимание на развитие кинематографа. То есть это сразу ощущается и заметно, скажем так. Заметно в каком смысле? Заметно то, что это не делается для галочки, а именно структурно. Каким образом? То есть узбекское кино открывается всем партнерам международного уровня. То есть они подписывают меморандум, соглашение, какие-то копродукции. То есть это нас очень радует. То есть это и есть процесс развития кинематографа в Узбекистане.